Так, значит, сегодня 2 мая, 17-й год, Харьков. 15-19 по Киеву, и вот он второй скрипач на крыше. Значит, я все-таки дома. Ну, либо этот уже самый за мной летает. 5 минут назад снял скрипача на крыше, снял на видео, имеется в виду, который на площади Конституции, и которого, я считал, убрали и перенесли сюда. Но нет, у нас тут целый оркестр уже на крыше. Ниже остановка метро, скрипач на крыше на площади Конституции. И здесь скрипач на крыше на стекляшке, на университете. Очень любопытно. Может, это квест? Их надо собрать комплект. Где оркестровая яма? Ладненько, будем выяснять по интернету, в чем такой феномен.